Клуб «Ротаня» и «Соболя» остался без тренера. «Славия» рассталась с главным тренером «Шелгавы». «Славия Прага» прекратила сотрудничество с главным тренером Ярославом Шелгавы и его помощниками из-за неудовлетворительных результатов. Клуб уже определился с новой кандидатурой и завершает переговоры. Ярославом Шелгавы возглавил команду в сентябре 2016. По его руководствам «Славия» стала чемпионом Чехии, играла в квалификации ЛЧ и групповом этапе Ле. После 16 туров «Славия» идет на втором месте в турнирной таблице, отставая от лидера 14 очков. В Лиге Европы команда не смогла выйти в плей-офф, заняв третье место в группе. Напомним, в составе «Славии» выступают два украинца, Руслан Ротань и Эдуард Соболь. Ранее сообщалось, что Ротань в начале декабря получил травму колена. По материалам сайта newsgro.com.